Вот, я бы просто просил бы, ну, жителя не вешать ярлыки, вот честно скажу, потому что вы не понимаете объективность ситуации изнутри. Вот, а делать такие субъективные какие-то выводы, развешивать ярлыки, ну, видимо, так должно было произойти. Не бывает так, что кто-то один приехал, там, прилетел на голубом вертолете, сел там на площади, махнул палочкой, и все так произошло. К этому подвела 2 года работы. Вот, поэтому... Я думаю, что следующий, кто бы он ни был, будет помнить этот урок. Вы знаете, для меня самым важным в том, что происходило за время правления Александра Федоровича Сенкевича, и то, что я бы хотел в любом случае продолжать, это достаточно высокий уровень открытости. Вы знаете, мы очень много знали об этом человеке. Правда, много. И когда вот сейчас мы говорим, ребята, вы не все знаете. Есть то, что вы не знаете. Знаете, друзья, есть то, что и вы не знаете. Но мы же этим не козыряем. Поэтому еще раз повторюсь, мне нравится открытость, и искренне я хотел бы, чтобы этот вектор был и в будущем.